Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Boston Technic, меня зовут Константин, и сегодня на обзоре у нас новое поступление трактор МТЗ-82 2009 года с Куном. Давайте его посмотрим поближе. Друзья, вот такой аппарат поступил в продажу, в прекрасном состоянии. Так, на тракторе установлен Кун ПК-08, а на данном Куне установлен ковш 08, абсолютно новый, сам ковш новый, а ПК-ушка полностью обслужена, в хорошем состоянии, вся абсолютно ровная. Сейчас обойду, покажу. Без посторонних сварных швов, то есть весь в заводе в прекрасном состоянии. Также на трактор установлена новая резина, новая задняя, остаток это процентов 70 плюс-минус. Трактор работает ровно, не дымит. Также по электрике все в порядке, все привели в заводское состояние. Вон навеска без нареканий, все работает, все включается. Сейчас покажу кабину. Кабина в хорошем состоянии, добрая, ухоженная. Также еще установлены новые аккумуляторы. Дорогие друзья, данный трактор можно смотреть по адресу город Волгоград, улица Историческая, 183. Доставка у нас своя, довезем прямо до вашего хозяйства. Форма оплаты любая, наличный, безналичный расчет. Можно приобрести в кредит всего лишь по двум документам. Также не забываем о нашей системе трейд-ин, обмен старой техники на новую. Друзья, техники очень много. Также очень большой выбор навесного прицепного оборудования. Приезжайте, осмотрите, протестируйте. Доставим вам хозяйство. Ждем вас. Наш адрес улица Историческая, 183. До новых встреч.